каждым годом число школьников, которые выбирают для изучения китайский язык, становится все больше. Учитывая интерес подрастающего поколения к культуре Поднебесной, педагоги Видновской школы номер 10 организовали телемост с представителями языковой школы из Китая. Мероприятие проходит как для ребят лагеря оздоровительного «Десяточка», так и для воспитанников детских садов, обучающихся Ленинского района. Китайский язык, как известно, набирает все большую популярность для изучения учениками, детьми России, да, и в частности нашей школы. Занятия были разделены на несколько возрастных групп от 5 до 15 лет. В основном это дети, посещающие детские оздоровительные лагеря округа. Урок начинался с музыкальной разминки. Далее ребята повторяли слова за преподавателем. Помимо онлайн-заданий, ребята пообщались и с еще одним педагогом Чжу Минь Юэ, которая специально прилетела из Китая на занятия. Многие россияне думают, что китайский язык очень сложный. Но на самом деле это не так. Главное – это разобраться в транскрипции и тональности, понять, из чего состоит иероглиф и как правильно его писать. И тогда, если совместить все воедино, будет очень легко выучить китайский язык. Для многих ребят китайский показался очень сложным языком, но некоторые все же хотели бы в будущем его изучать. Я бы в будущем хотела учить этот язык, мне интересно. Да, я немножко знаю английский. Телемост стал не только увлекательным занятием, но и возможностью для детей расширить свой кругозор и познакомиться с культурой другой страны. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.